70 миллионов рублей в этом году выделят на ремонт городских дорог. Это в 4 раза меньше, чем в прошлом году. На эти деньги улучшить состояние дорожной сети в Кирове будет сложно, признался начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Вячеслав Симаков. Тем не менее, в мэрии пообещали, что часть городских дорог все-таки отремонтируют капитально. Это касается улицы Профсоюзной на участке от Володарского до Октябрьского проспекта, а также улицы Карла Маркса от Профсоюзной до Воровского.